Ставка на безопасность. Как обеспечить действенную и эффективную защиту пешеходов на дорогах страны? Этим вопросом в свое время озадачился Турарбай Бектаров и разработал инновационный проект. Молодой ученый-изобретатель предлагает встроить светящиеся конструкции в асфальт пешеходного перехода. По его словам, это обеспечит хорошую видимость в условиях тумана или ночью. Зебры на пешеходных переходах требуют ежегодной покраски, а для этого необходимо остановить поток движения в том или ином районе. Конечно же, все это требует дополнительных затрат, а мой проект может служить более 10 лет. В Казахстане каждый год регистрируются многочисленные наезды на пешеходов. Такая система могла бы сократить эту статистику более чем в 2 раза. А вот на трассах республиканского значения уже устанавливают так называемые светящиеся зебры. 5 проекционных пешеходных переходов обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Алматинской области. В основном их используют в местах, где зафиксирован достаточно высокий поток пеших пользователей, около населенных пунктов, учебных заведений, пунктов медицинской помощи и других. Световая разметка не заменяет существующую, а дублирует ее при помощи специальных гобопроекторов в темное время суток. Соответственно, проекция позволяет концентрировать внимание водителей и вовремя заметить переходящих дорогу людей. Технологию видно за 100-150 метров. Проекционные зебры также хорошо видны и в непогоду. При плохих погодных условиях автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки. Важно отметить, что на сегодняшний день на автодорогах республиканского значения 9 регионов страны функционирует порядка 30 инновационных пешеходных переходов. Отметим, за 5 месяцев этого года на дорогах Казахстана зарегистрировано порядка 4500 дорожно-транспортных происшествий. По статистике Министерства внутренних дел, высокий уровень травматизма фиксируется именно на республиканских дорогах. ДТП происходит, говорят в ведомстве, в том числе по вине пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Такие нововведения же, как светящиеся зебры, одни из мер для снижения количества аварий с участием пешеходов.